Данное видео создано при поддержке автомобильного портала Дром. Не сразу. Ну все, хватит! Хватит! Сразу. Я больше не могу, ну все, прекратите это! Снизу вверх и сверху. Выключите уже это! Вниз. Ну че, замедлять понравилось, а смотреть на свой результат не понравилось? А мне как? У меня дети на мультиках, жена на рецептах, дед на СМР подсел, уснуть без него не может. СМР это плохо. Плохо старый дед возле кровати в 3 часа ночи. Ну нахера было замедлять? Ну как я теперь без гайдов машину сделаю? Так есть же ВК-видео. Нет тут нихера. Вот смотри, вбиваю, как долб***у сделать мозги. А видишь, нет ничего. А на YouTube уже 5000 запросов было на разных языках. Да? Да. И чё, как? Вот так. Это не просто большая прожарка, друзья. Это... Ну что вы опять-то? Ну прекратите, выключите это большая уже! Прожарка. Хватит! Хватит! А что ты орешь? Это ВК. Так мы его не замедляли. Прикинь? Ну, небольшие шероховатости есть. Но когда мы замедлим YouTube полностью и все хлынут туда, его обязательно сделают лучше. Да с чего ты решил-то, когда так было-то? Всегда. Где дороги? Ютубских дорог не было, всегда ездим по нашим, и чё? Мне кажется, будет как обычно. Вот все попёрли туда, а хуй тогда стараться-то? Ну а чё сразу... Заткнись! Ну твари, ну твари! Ой, да чё вы с ума сходите с этим ютубом? Можно вообще без всего гугла прожить! Да? Ну-ка. О, можно и без айфона прожить. Ну, конечно, и без роликса можно прожить. Это подарок, это подарок. Ну-ка туфельки покажи. А чё? О! Чего за туфельки-то? Ну, конечно, не наши. Ну, можно бежать без туфлей ходить на. Да как я без них-то? Вы что делаете-то, а? Верните мне все! А можно и вообще без света? Давайте вообще в каменный век спустимся! Бу-бам! Говорите с людьми, которые победили. Которые пошли своим путем. О, Рутюр! На вас возбуждение уголовного... А мне как этот выпуск уже видел? Да это уже все 100 раз видели! 5 лет одно и то же! Хочешь, я скажу, что через месяц будет, а? Да кому-то нравится! Никому! Даже ему! Вы абсолютно правы. Ну YouTube заблокировал шамана! И чё? Теперь всем заблокировать миллиард часов контента? Так у вас это работает? У меня сына самокатчик сбил. И чё теперь, все самокаты запретить что ли? Не, я люблю на них ездить. Кто бы сомневался? Ну я ничего не понимаю. Чё мне с ней делать, я пока это собирал? Поставьте программку для ускорения YouTube и всё. Где ты её возьму-то? Ну и верните телефон, и я вам кину ссылку. Чё? Ну, есть же всякие разные программки. А тебе она зачем? У меня дочка блогер. А, дочка. Сука. Где? Где ремонт кондиционера распиленного Ипсума? Где? Ну потом появится. Да? Стой-ка. Правильный удар в печень. О, это есть, смотри-ка. Ну? Так получается. А, нет, 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 нет! YouTube блокирует наши взгляды! Не все! Тем не менее, а свой, значит, нам навязывает! Да все равно же будут смотреть через разные костыли и программы, правильно? Ну да! Но только теперь без наших блогеров, правильно? Да! То есть теперь мы будем тупо смотреть вражеский контент? Об этом вы не подумали, да? Когда замедляли? Невозможно же все предусмотреть, сами понимаете. Я с коллегами поговорю. Конечно, поговоришь. Я думаю, вопрос решим. Конечно, решите. И часы мне телефон, пожалуйста, верните. А я вам скину программку на ускорение, вы посмотрите, гайд. Конечно, скинешь, а пока иди и делай. Да вы чё?
Ну скажите ему. Иди и делай, с ума сошел, тебя тут разорвут. Мужики, ставьте лайки, я за нас отомщу. Но если что, мы в ВК. Все ссылки на соцсети в описании. Все, давай. Работай, давай.